Позже пришельцы утратили интерес к нашим городам и сосредоточились на возведении построек в красных зонах. Любая попытка приблизиться к ним пресекается самым жестоким образом. Подробнее об этих сооружениях нам расскажет доктор Эмиль Ибрагим, старший исследователь научного комплекса «Технобудущее». Кстати, рад за вас. Из Мюнхена было выбраться нелегко. Спасибо, Ивин. Это было страшно. Могу себе представить. Ну что ж, расскажите нам об этих загадочных вышках. Тиберий, вот ключ к пониманию действий пришельцев. Они используют его кристаллы так, как нам даже не снилось. К примеру, мы знаем, что именно на Тиберии работают их орудия и транспортные средства, и эти вышки, по сути, тоже выстроены из Тиберия. Впрочем, зачем им эти вышки, неизвестно. Мы можем только догадываться. Удивительно. Поделитесь догадками? Это могут быть обогатители, ракетные шахты, все что угодно. Пока мы не увидим их вблизи, ничего сказать нельзя. А это непросто, да? Увы, это непросто. Спасибо, доктор Ибрагим. Что ж, какой бы цели ни служили эти постройки, ясно одно. Вряд ли они принесут пользу человечеству. В это трудно поверить, но похоже, что атаки на наши города были лишь отвлекающим маневром пришельцев. Истинная же их цель — постройка этих вышек. Мы не знаем, для чего они нужны, но главное — не дать чужим довести строительство до конца. Лейтенант. Самая высокая из них, почти достроенная, расположена в Италии, там, где 50 лет назад началась история с Тиберием. Бой будет тяжелым. Но если вы сможете снести эту чертову штуку, остальные повалятся как домино. Тирс ведет вас в курс дела. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Вий, и мы продолжаем играть в Command Conqueror 3 «Тибериумные войны». Итак, насколько я понимаю, это практически последняя миссия за ГСБ. У нас будет еще одна миссия, если я, конечно, не ошибаюсь. Давайте послушаем, что нам скажет Кирс. Господи, это наше последнее задание. Ладно, расклад такой. Вышка пришельцев расположена недалеко от развалин Рима. По нашим данным, она уже почти достроена. Кроме того, пришельцы строят нечто вроде супероружия. Но об этом можете не беспокоиться. Сосредоточьтесь на вышке. Она окружена каким-то защитным полем. Мы предполагаем, что поле можно снять, уничтожив 3 генератора вокруг вышки. Когда поле исчезнет, башня станет уязвимой, и мы сможем нанести удар ионным орудием. Удачи вам. Ну что ж, ребята, давайте попробуем. Не говорю, что с первого раза получится, но попробовать надо. Так. Вот это уже жопа. Устанавливаю видеосвязь. Внимание! Мы не можем уничтожить вышку, пока ее защищают генераторы. Уничтожьте их, а потом разнесите вышку из ионного орудия. Так, собственно, вот на эта вышка. Поступило сообщение. В настоящий момент вышку пришельцы защищают несколько генераторов. Их следует уничтожить. Прервали гады. Уничтожив генераторы, мы сможем уничтожить и вышку пришельцев. Вам следует атаковать и уничтожить ее. В общем, вот мне 3 генератора, как в нормальной русской сказке. 3 генератора. Строительство завершено. Собственно, как всегда, данные все. Обновлены. Спасибо. Доступны новые постройки. Строится. Так, собственно, у нас уже все постройки доступны. И доступно, в общем, все, что можно. Так. Ай-яй-яй. Нет, я помню эту миссию. Очень хорошо я ее помню. Я не хочу. Не хочу, не буду. Приостановлено. Отмена. Строится. Верно. Вы назвали? Обнаружен противник. На манипулятор хренов. Пехотинь. А, не, это мобильная пехота. Какого хера тут много делают? А, вот они! Шевелись! Вы двое назад.
За 15 назад. Живо, 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 живо. Блин. Умудрились все-таки скотины, а? Тут мобильная пехота, это просто жопа. Срочно оборонительный периметр делать. Да твою мать, видно! Да чертов манипулятор меня убьет. Ребята, назад, под оборонительный периметр. Ладно, под пушку. Так, еще один обогатитель. Энергостанция, казармы. Так, давайте еще одну пушку. Так, вот тут база у них якобы. Казармы. Манипулятор нужен. Мертвым. Он нужен мертвым. Где эту тварь вы несу? Ну что этот Петрилов вот тут ходит? Вот он сам показывается этой хренью. Так, оборонительный периметр. Ну, как бы есть. Как бы, ключевое слово есть. Тут еще ноды приперлись своими мародерами какого-то хрена. А это почему открылось? Хранилище мне. А, это все эти. Твою мать, я же забыл, мне ПВО еще надо поставить. Не забыл об этом. А, штаб нужен. Ну охренеть. Ну спасибо вам, ребята. Вот они ноды. 3 скорпиона. 4 даже. Мародер. Но они ко мне не попадут. Ко мне может попасть только с помощью телепорта. Ну или перебросом. Завершено. С авиацией. Развернуть невозможно. Доступны новые постройки. Давайте мне батареи ПВО и техцентр. Войска пришельцев телепортировались через ущелье. Манипулятор, твою мать! На базу напали. Строительство завершено. Урод! Как ты мне дорог, а? Строится. Сволочь. Строится. Строительство завершено. Строительство завершено. Сейчас мы возведем тут оборонительный периметраж. Строится. Так, ну против пехоты мы уже защищены. Осталось от авиации защититься мне. Строительство завершено. Развернуть невозможно. Так, сохранимся. Я уже устал повторять, что комп нестабильный у меня. Так, ага, еще одна батарейка. Строится. Так, техцентр уже готов, зашибенно. Развернуть невозможно. Доступны новые постройки. Строительство завершено. Техцентр я поставил не только ради ультразвуковых пушек. Я их поставил тупо для турбогенераторов. Потому что мне лень ставить еще больше этих энергостанции. Да что, ультразвуковые тоже помогут. С другой стороны. Нахрен не помогут мне. Чем они помогут включить дальше? Тут два этих стоит. Две ПВО. Хорошо, что тут таймера нет, а? Стражами. Ставится или же ультразвуковыми. Давайте ультразвуковыми обступимся с вами. Пока играем в оборону. О, я знаю, как сделаю. Ультразвуковое. Страж, ультразвуковое, страж. Другим стражи еще вот в нем. Есть ультразвуковое. Ну тут тоже стражи. Строительство завершено.
Обнаружен вражеский колонос. Строится. Манипулятор! Войска пришельцев телепортировались через... Сволочь! Вот куда надо, а? Решение. Сволочуга. Ремонт. Строительство завершено. Строится. Всегда УЗИ... УЗО точно. Ах ты собака, а? Вот собака дикая. Я ничего не могу сделать. С другой стороны, я могу сделать вот так. Надо проверить. На базу напали. Пушка не жилец. Строительство завершено. Я могу сделать вот так. Поехали! Дави их! Туда! Вот так! И вот он, скотина, манипулятор этот. Какого хрена он так сильно бьет? Что? Не понял. Это что за херня сейчас была? Защитные генераторы все еще в строю. Строятся. Как это он против пехоты так работает? Строительство завершено. Он же безоружный, по идее. Ладно, пусть так будет. Отмена. Строится. Сюда страж, сюда ультразвуковое. Сюда аэродром. Строится. Здесь у меня еще оружейный склад. Строительство завершено. Блин. Не успел. Строительство завершено. Строительство завершено. Так, оружейка вот сюда Пошли, идет у меня. Если влезть, она, конечно. Доступны новые постройки. Аэродром. Обнаружен противник. Понял, дурак. Транспортники готовы. Вызов транспортника поможет войскам пересечь ущелье. Спасибо за краткий курс. На базу напали. Подготовка. Сволочь, а. Где? Ахур! Ясно. Здесь все твари попёрли. Какие нахер пришельцы? Меня тут много атакуют. Пришельцы, блядь, телепортировались. Это срань господня, не пришельцы. Что за горизонт? Строительство завершено. Да-да. Если бы пришельцы реально хотели нас уничтожить. По крайней мере, мою базу. Они давно уже штурмовики пошли бы. Где эти ноды обосновались, а? Ремонт. Судя по тому, откуда прилетели эти твари, которые называются смерчи, ноды обосновались вот тут. Гидрит, твою через коромысло раскудыть. Разворачивайся. А чего тут периметр продолжить немного? Строится. Приостановлено. Отмена. Строится. Обнаружено новое супероружие пришельцев. Но ядрит твое через коромысло, а? Вовремя! Эти сволочи еще атакуют. Ремонт. Блин, вовремя! Подготовка. Я же их 3 века буду разбирать. За 7 минут, ну и... Они мне вычпукают. За эти 7 минут. Какого хрена они друг с другом не сражаются, а? Вот почему, скажите мне. Жаль, мы расширяемся. Нам нужно больше земель. Да что ты говоришь мне тут? Наблюдатель через ущелье и разверните аванпост. Да, блин. Перенесу я под носом у этих тварей. На базу напали. Ремонт. Заколебали. Обнаружен противник. Другое дело, молодцы, работайте хорошо. Все, давайте, переноситесь.
переходим. Живо, 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 живо. Мне нужен два снайпера и еще один джаггернаут, как минимум. Да, отряд минимум два отряда снайперов. Еще минимум один джаггернаут. Это минимум все. Да вы обордели! Ну это вообще жопа уже. Я уже вряд ли что-то сделаю. Ладно, это мы уничтожили. А тут тварь мы хрен достанем сейчас. Отвали. Еще и они. Охренительно вообще. Войска пришельцев телепортировались через ущелье. Ожидаем. Укажите цель. Комбайн атакует. Это уже жопа. Все бою готовы. Пусть готов. Ваш приказ понял. Попробуйте что-нибудь сделать с ним. Ничего не сделают. Блин, и транспортник ударил. Идиот! Что уж сказать. Это капец. Я уже не могу тут. Уже не смогу, по крайней мере. Открывается гипертуннель. От неонных бурней укрыться! Развернуть невозможно. Доступны новые постройки. Строится. Нужно оружие еще. Идет строительство. Да, тут у меня энергия строится. Строительство решено. Строится. Так. Строительство решено. Два отряда снайперов сразу стоят. Смирно! Штурмовики за мной! Сейчас уничтожим их ПВО. И все-таки сделаем, как нам советуют. Перенесем... Зачем мог понадобилась эта вышка? Ребятам этих... Дави! Уничтожаем ПВО, все уничтожаем. Молодцы, уничтожать. Теперь это ПВО. А теперь уходим. Может этот гад нас вычпукает. Так. Снайперы на месте. Осталось их перенести. Ctrl-F, Ctrl-F. Аэродром строится. Пришельцев телепортировались через ущелье. Отвалите. Развернуть невозможно. Транспортники готовы. На базу напали. Вызов транспортника поможет войскам пересечь ущелье. Наблюдатель. А, я ж тут даже этот не поставил. Команда в сборе. Я ж тут даже не поставил никакие силы. Ты издеваешься? Обнаружено. Так, ты экспансия. Вызываем транспортники себе. Поехали. Вы обратно. У меня ультразвук. Так, его пока не трогать. Манипулятора пока не трогать. Пока еще рано его убить.
Ну, где тебе или мать вашу? Ну, как минимум еще обогатитель. И как минимум три жагернаута. Защитные генераторы все еще в строю. Приостановлены. Ну, сейчас вот тут откроется поле. Ой, этот искажающий генератор. Это для чего надо? Контролировать местность вокруг нее. Ага, нахрен надо. Так, все хорошо. Теперь Тиберий. Надо собрать. Если это получится, конечно. Он же не будет лезть? Нет? Хороший мальчик. Давайте джаггернаутов. Ну что, они мне нужны до задницы. Недостаточно средств. Я тебе дам собак недостаточно средств ей. На базу напали. Да вы сволочи! Обнаружена база врага. Потеряно. Все, сейчас жопа моим штурмовикам будет. Ну охереть! Еще и... Охренительно, просто, блин. Строительство завершено. Строится. У этих есть переброска? Нет. Хреново. Строительство завершено. Молодцы. Снайперов всех вынесли? Твою мать, всех. Этими третьего джаггернаута и отряд снайперов. Нужны. Эти вперед, живо! Транспортник вызываем. Ремонт. Охренительно. Все, давай сюда. Живо. Ожидаю. Джаггернаута вот сюда. Строительство обнаружено, новое супероружие. Пришельцев. Вот это уже хреново. Ну что, у меня снайперы только сюда приперлись. Укажите цель. Манипулятор сними сначала. Ремонт. Потом уже будем все остальное снимать. Строится. Объект атакует. А, ядрит твою через коромысло. Дохни давай, дохни, дохни, сволочь! Потеряно. Кто там сдох? Задание выполнено. Ну, ядрит твою! Вы расширяете! Нам нужно больше тебя! Ты издеваешься! База напала. Перенесите наблюдатель через ущелье и разверните аванпост. Ремонт. Артиллерия! Покажите цель. Кто следующий? Бомбы атакуют. Укажите цель. Бомбарда Максима, чуваки. Сволочи. Строится. Дохните, дохните, сволочи. Бомбарда Максима. Давайте. Поживенькому. Еще два этих джаггера. Мне надо уничтожить это говно. Только вот это. Охуительно. Давай, сука! Так, джаггернауты пока рано.
комбайн мы еще один потеряли. Тут добывайте, идиоты. Открывается гипертуннель. Где? Вашу мать. Гипертуннель вам. В задницу, сволочи. Уродские отродья, а! Осторожно. Живо домой. Все готово. Пехота здесь. Охренеть теперь. Есть приказы? Достанете его. Нет, ладно. Двигаемся. Мне нужен отряд снайперов еще один. Но в первую очередь мне нужен обогатитель вот сюда, чтобы хоть какая-то добыча была. Давай. Умница! Блин! Собака, я ее разместить не могу. Блин. Стоп. О, разместил. Юху. Сдавай. Объект атакуют. Потеряно. Может, смогут. Нужны быстро-то в транспортник. Строится. Обнаружен. А вот это вынести и сразу сюда лететь. Живо вынести! Строится. Так, джаггернауты, отставить. Обнаружен целевик. На базу напали. Обнаружен противник. Защитные генераторы все еще в строю. Ну, да, окей. Вот так, давайте, да. Главное, не попадитесь. Я самосмерт! Укажите цель. Арт обстрел! Там все чисто. Они должны справиться. Подготовка. Дайте вам еще четверых на подмогу. Строится. Еще вот сюда защиту. До подключения генератора 2 минуты. Строительство завершено. Так, еще одно ПВО. Строится. Да вашу мать, вы что остановились-то? Стреляйте! Живенько! Оп! Молодцы! Укажите цель. Комбайн потерян. Сволочи. Строительство завершено. Красавцы! Просто молодцы! Строится. Приостановлено. Отмена. Строится. Строительство завершено. Ремонт. Строится. Идет строительство. Развернуть невозможно. Строительство завершено. Строится. На, просто они молодцы. Чего ждем? На базу напали. Развернуть невозможно. Доступны новые постройки. Подготовка. Так, делаем вот так. Подготовка. Делаем вот так. Обнаружен противник. Приостановлен. А еще лучше сделаем вот так. Ястреб, бой готов! У меня все коды. Ах вы сучки! Так, все валите вот этого гада. Все! Здесь нет такого, ладно. Похеру. Не того валить, идиоты!
Так, рано, значит, еще ставить мне ионное орудие. Блин, инженера не убили. Строительство завершено. Давайте. Вот так. Пушка не сможет нанести удар по вышке, пока не уничтожит. Я буду уничтожать генератор, так что иди нахер. Строится. Строится. Постройка захвачена. Строительство завершено. Строится. На базу напали. Не врать мне. Строительство завершено. Напали на базу, блин. Сейчас уничтожим. Развернуть невозможно. Строительство завершено. Строится. Ремонт. Я сказал. Строительство завершено. Строится. На базу напали. Строительство завершено. Строится. А чё я стою-то? Джаггеры! Укажите. Разбить это говно! Сейчас так на нахрен шатлив. Да. Красавчики, да. Просто обожаю вас всех. Строится на базу на полу. Умницы. Работаем, 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 парни. Все должны работать. Приостановлено. 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 Строительство завершено. Отмена. На базу напали. Давай мне аннигилятор захвати. Давайте еще хранилище, потому что этот тварь от меня не отстанет. Ну охренеть. Постройка захвачена. Мы продаем к чертям собачьим. Строится. Что строим, что строим? ПВО строим, вот что строим. Строитесь, давайте мне. К нам раш, походу. Строится. Они не пройдут. Гарантируем. Строительство завершено. Обнаружен противник. Строится. Штурмовики готовы! Сколько у нас тут джаггеров? 3, 6, 9. Давайте 10-го. Люблю такие числа. Цичисла. Вы оба работаете. Хорошо. Готовы. Укажите маршрут. Так. Двое дыхят тут. Двое дыхят тут. Меня это заклебало. Хрен тебе, а не аэродром мой. Делаем ПВО. Твою мать! Вот уродство, а! Что за уродство? Строительство завершено. Обнаружен противник. Да уж, ядрите у меня система тут. Вот они все-таки дерутся. Защитные генераторы все еще в строю. Насрать, отстань. 3.20 осталось у меня. До удара ионного орудия. Надо починить мою оборону тут. Ремонт. А, и захватить эти все два здания. Ну и продать их. Команда в сборе. Идущие. Так, снайперы сюда же. Жалко, нельзя как-то пехоту лечить. Кроме как достижения ими какого-то там ранга. Да ну нахрен, мы его давно уже обнаружили, так что отстаньте. Да и с другой стороны-то.
Постройка захвачена. Обнаружен противник. Джаггернаут! Постройка захвачена. На базу на... Разнесите вот это говно. Строится. Так вот делал. Так, тут молодцы, разносим. Разносим, красавчики. Строится. Да, только так снаряды летают. А вот тут мы... Все-таки мы вам поставим ремонтный модуль. Потому что я за вас боюсь. Я за вас переживаю, парни. Как бы вы все там не сдохли. Строится. Строительство завершено. Строительство. Требуется, требуется. Живо сюда подошел, подчинил. Нет. Чего ждем? Так, все, хорош. Иду к цели. Хорош, братюня. Строительство завершено. Чагрудов! Артиллерия! Вы втроем сюда, вы втроем сюда. Артиллерия! Вы втроем вот сюда. Вот сюда. Объект атакуют. Строится. Ага, к нам три аннигилятора пошли. Строительство завершено. Строительство завершено. Бодрый раш по центру. Ну как бодрый? Да, на Синий Тибирь уже кончается. Надо переходить на это хранилище. Слышь, народец! Не сметь мне! Выкашь отсюда! Уроды! Я вам, суки, нападу сейчас. Аннигилирую аннигилятора этого. Вы, блин, вообще оборзели уже. Я вас тут защищаю. Охренеть. Все-таки самолет один потеряли мы. Надо бы этот ПВО останавливать. На базу напали. Да вы же теребонькали уже. Строительство завершено. Строительство завершено. Фак. Надо вынести эти ворота, а лучше захватить. Хотя нахрен захватить, тут у них ваза есть. Что сделать? А. О, осы. Вперед, особи. Спасибо за информацию, девочка. Вы назвали? Тормозите за мной! Объект атакует. Да, тут ворота. Я под контролем. Надо проверить. Поепашили, уничтожим их нахрен. Время. Заколебали меня эти уже. Мама не показывает. Разнести. Еще одну разнести. Я захочу только главное здание у них. Уничтожить. Все уничтожай, нахрен, уничтожай все. Ну, пора за работу. Все к чертям собачьим уничтожай. Чертовы порталы с авиацией вот эти вот. Чего? Первый портал, который уничтожил, это... Сука! Первый портал, который уничтожил, это для техники. Второй портал для пехоты. Вот этот, сука, третий для авиации. Мы не смертники. Да ну! Что сделать? Не смертники они. Его! Живете с ВШТП туда. Кыш отсюда. Кыш буресник чертов.
значит, тут два разрушителя стоит у них, как минимум. Бомбы готовы. Новый курс. Давайте, Кась. Так, ну нужна разведка. Там все чисто. Сюда, срань господник, нужна разведка. Идем без шума. Обнаружен противник. Для раз... Атакует. Да уж. Осторожно. Парень, тогда уж подыхай. Что ж тут еще делать-то? Некогда отдыхать. Ну что, как там? Ясно, командир. Тогда уж подыхай. Окей, поехали. Ну, с боем. Отвали. Те, сволочи. Нахер с своими хранилищами. Подготовка. Пять мамотов мне. Строительство завершено. Защитные генераторы все еще в строю. Спасибо. Я знаю, что вас всех за ноги я бугал. Уродище вы. Чертово. Давайте мне еще вот это. Мамонт в строю. Ура! Наконец-то начали. Отдавайте-ка мне еще один авиацентр. Найдем новые земли. Давай сюда, баба. Строительство завершено. Развернуть. Аэродром раз. Что у вас на уме? Разворачивайся вот тут. Лежать. Мамонт в строю. Строительство завершено. Ремонт. Строительство завершено. Так, авиацентр закончился. Невозможно. Станция наблюдения или что это? Нет, спутниковой связи. Так, штурмовую группу мы можем вызвать. Звуковую волну. Ну, это вряд ли. Да уж. Нужно хранилище, говорите? А где тебе бери, мать вашу? Есть. Если вам так хранилища нужны, продадим еще. Тогда шлеп... начнем шлепать. А, нет, мы шлепнем вот сюда. Едите, угадал, как хорошо. Ядрить, как я вызвал хорошо, ионный удар. Ну, теперь разведочку небольшую проведем. Что у нас тут? Так, ой-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 ой. Два обелиска на страже. По два казармы военный завод. Так, а багаж мы... Вот, сборочный цех у них. Но авиации, надеюсь, у них больше не будет. Надеюсь, ключевое слово. Ну что, точно не знаю, будет авиация, нет? Мамонт, слушаю. Ладно, мамонты, поехали. Уже в пути. Укажите цель. Отряд смена. Бегущие. Обнаружен. Надо проверить. Блин, этот комбайн еще живой? Атакует. Нихера себе, у него стальные яйца. Броня крепка. Обнаружена база врага. Так, эта тварь меня палит просто. Посмотрим, что у них там по обороне. Так. Ага, буревестник. Один все-таки. А не два, как я и говорил. Как я и говорил, у них два разрушителя легенд. Давайте выносите их. А я пока вам создам тут суппорт. Так, уничтожайте разрушители, они самый большой дамаг наносят. Эти твари решили пойти на меня. Потому что сдерживающий фактор в виде
ворот и дверей вот здесь перестал действовать, и они решили на меня попереть. Уничтожайте их уже! Давайте еще один залп. Молодцы, все, убивайте теперь буревестника. Я на месте. Ты в это здание полезешь. Приказывайте. Ты полезешь. Вот в это. На передовую. Только стоят. Так, тут у нас только 3 обогатителя и 2 реактора. Это уничтожаем. Корабль-матка, гипертуннель. Это мы все построим. Так, значит, сколько мне еще надо тут? 5? Постройка захвачена. Подготовка. Так, какая постройка именно? А, вот это? Спасибо. Уже в пути. Только вперед. Инженер, при мне все коды. Начинаем. Так, первый. Второй. У меня все коды. Так, третий. Что скажете? У меня все коды. Четвертый. Я готов. У меня все коды. Размажем. И пятый. К работе готов. Постройка захвачена. Доступны новые постройки. Вот оно, сборочная платформочка. Мы ее собираем и переносим в эту зону. На передовую. Реакторы у меня уже будут, обогашмители тоже будут. Повеселимся. То, что осталось только... Вот этот оборонительный периметр надо выставить. Блять! Я дебил! Ну какого хера я попёрся через ПВО? Ну вот какого хера? Вот скажет мне кто-нибудь или нет? О! Пассивки! А вы откуда вылезли? Вы, уродцы, откуда? Покажите цель. Обнаружим противника. Это ВТФ! На базе напали. Куда вы прятались? Это называется ВТФ такое. Мама слушает. Скотче. Мало, получай еще. Защитные генераторы все еще... Это как понимать? Объект... What the fuck? Ну же! Мало не показывает. На базу напали. А, вот они! What the fucking shit? Тысяч? Подготовка. Мамонт в строю. Подготовка. Ремонт. Ремонт. Объект атакует. Что сделать? На базу напали. Ладно, похер, уничтожайте. Туда. Ну охренеть теперь. Хрень еще не уничтожилась, да? Все спокойно. На базу напали. То есть получается они заново все отстроили, да? Ну все охренительно тогда. Обнаружена база. Обнаружена. Так, Мамонт, поехали вперед. Где там мой техцентр? Пока у меня есть деньги. Голос орудия и этот... А что? А, у меня тут были эти. Ай-яй-яй, дебил я.
Значит, тут у нас все хорошо, только надо уничтожить этих двоих гадов. Угу. Ионка готова. Шлепнем мы Ионкой вот сюда. Я не хочу туда идти. А гипертуннель у нас вот тут открывается. Подготовка. Объект атакуют. Бомбы готовы. У меня все коды. Точно, Раю. Мамонт готов. Ну охренительно, если честно. Они сами все устанавливают. Суперски. Повеселимся. Вы назвали? Надо проверить. Идем. В небо, ребята. Так, где эти? Я на месте. Инженерские отродья. Так, давайте-ка захватим мы с вами. Все спокойно. Так, вы, ребята, домой. Готов? Вы, ребята, тоже домой, пока вас не уничтожили всех. Походу, потерял все-таки одного я. Подготовка. И давайте, если они успеют еще. Я на месте. Если они успеют. Пригодится. Конечно. Они вряд ли успеют. Готов. Так. Ладно, переключаемся на ВВ. И все будет хорошо. Так, где мои снайперы? Вот они, снайперы мои. Так, перемещаемся вот сюда и бомбим вот эту вот зону. Я готов. Выдвигаюсь. Обнаружен противник. Так, не будем спешить пока с заходом этой базы. Так, это восстановили, Зашибенно. Так, перемещайтесь вот туда. Ты собираешься. И переходишь подальше чуть-чуть. Ну что, тут я размещу базу скринов. Можно сюда. Усовершенствованный объект пробный. В норме! Вы-то куда, дебилы? Иду на посадку! Домой! Постройка захвачена. Идиотизм уходячий. Так, захвачено. Переносим. Надеюсь, на сей раз... так не выйдет. Вроде бы все уничтожили. Все, что можно было. Все, что могло нам помешать. Кроме этой ПВО! Объект атакует. Верно. Идухи! Джаггеры. Укажите цель. Уничтожьте вот эту вот зону. Я, конечно, знаю, что сейчас будет. Сейчас будет гипертуннель. Сюда перемещайся. Как только мы начнем защитный генератор уничтожать, откроется гипертуннель. Вы же видели, что вот тут произошло. Ионное орудие нанесло удар, открылся гипертуннель. Шлепните по ПВО. Спасибо. Сука, не уничтожилась. Ладно. Потихоньку подыхает. Садимся. Стрелки какого-то хер тут делают еще. Вот так. И вот они, новые построечки. Врата, дверь, техноузел, оборонный комплекс, который у меня уже есть, и передатчик. Плюс еще есть мозговой центр. Но не очень есть, честно. Так, вы вот тут охраняете. Вы охраняете вот тут. Мы строим врата пока. Дверцу. Вот не аннигилятор, а техноузел им нужен. Всего лишь. Всего лишь техноузел. Для техноузла нужен мозговой центр. Ставим. Вот пока что у нас
Строительство завершено. Доступны новые постройки. Давайте мастерскую поставим пока что. Вот мои аннигиляторы. Защитные генераторы все еще в строю. Два всего лишь из трех, то что не надо мне тут паниковать. 67 тысяч, твою мать! Я сейчас столько аннигиляторов этих наклепаю. Что просто аналог карнавал будет. Так, здесь ничего нельзя сделать, здесь тоже пока ничего нельзя сделать. Джаггернауты. Ребята, шлепните-ка вы вот сюда. Сейчас, если повезет, то откроется гипертуннель. Нет, не открывается. Это типа аэродрома что-то у скринов. Да, вот они мои любимые планетарные штурмовички и разрушители. Я вот всегда так делал. Планетарный штурмовик, и для него свиты из двух разрушителей. Охренительный эффект получается. Штурмовики против авиации и наземки. И эти разрушители против зданий. Ё-моё, какая хорошая. Вот какой тандемчик получался, а? Строится. Не туда залез. Подготовка. Так, 8 давайте мне. Так, вот силовой генератор силового поля, 5К. Аннигиляторы, разрушители, планетарные штурмовики. Силовые поля. Увеличит защиту и защит от удара Эми. Телепортеры и плазмометы. Так, что у нас по защите получается-то? А, кстати. Ускорители роста у жнецов есть. Ой, у скринов есть. Эта хрень в центре скопления Тиберия размещается и ускоряет рост. Развернуть невозможно. Доступны новые постройки. Ускоряет рост Тиберия. Строится. Так, а мы можем Цитадельбурь строить. А что у нас тут-то? А, тут у нас этот был. Как его? Блин. Аванпост, во. Тут был. Можешь еще генератор искажений поставить. Строительство завершено. Развернуть невозможно. Строится. Сюда же. Ну, может, тут немного осталось. Эти дятлы еще такую же. Артиллерия, двигайся! Ладно, пока что поставим... Подготовка. Вот так вот. Строительство завершено. Развернуть невозможно. И Цитадельбур сейчас будем ставить. Эффективно против техники и авиации обнаруживает противников замаскированных. В общем, делаем мою любимую комбинацию. 3 штурмовика, 6 разрушителей. Так, а вы шлюните, пожалуй, по вот этому говну. И где гипертуннель? Усовершенствовали. Скажет мне кто-нибудь. Третий генератор уничтожен. А где гипертуннель? Тихо. Всем охренел уже. Так, это у меня вышел. Да, штурмовик вышел. Обожаю. Аннигиляторы, штурмовики планетарные. И разрушители. Где? В какой заднице? Ну, тут можем мобильный пехоту настроить. Конечно. Так, что я хотел построить еще? Что-то я хотела. А, лыжи снять. Стоп. Подготовка. А, у меня один полетел. Самолетец. Да, вот они, красавчики. Обожаю их. Строится.
А пока вот тут ставятся эти, я поставлю еще один сборочный корабль, потому что... Я стою, не может. Вот эта вот мастерская, вот где она? А, вот это вот маленькое говно, оно не может производить мою любимую цитадель бурь. Это вот моя любимая комбинация просто. Вот так вот ставишь в облако это, вместе со щитом вот это вот все дело. И так хорошо выходит! У них появляется дополнительная защита. Охренительно просто. Бесценно, я даже сказал. Сюда переместись. И развернись. И поставь мне еще одну цитадель бурь. Вот такая вот у меня оборона была за скринов. Постоянно. Так вот, боевой фронт. Линия обороны. Скажем, 3-4 цитадели бурь. Вот так вот. И над ними штурмовик, и парочка разрушителей. Все! Над каждой причем. И все, и хрен кто пробьется. Да-да. Так, это у нас вот тут патрулировал. Стоп, нет. Цитадель бурь вот сюда пристроим. Ладно, и вот так вот сделаем. Вот сюда присобачим. Да и все, собственно. Она, конечно, энергии много хавает, но... Это все-таки так надо. Что там у нас? Аннигиляторы уже все. 10 штук. Им перезаряжаться не надо, как обычным этим. Рост боевой эффективности во время ионной бури. То есть, когда они висят над ионной бурей, независимо, какая авиация скринов, у них боевая эффективность повышается, и тоже никто не пройдет. Поэтому они у меня так постоянно висят. Их дело не для наводения, их дело для защиты. Может, мне еще 10 ос поставить? Да ладно. Обнаружим противника. Давайте все вот так. Докладывай. Обнаружен противник. Аха. Муха-ха-ха-ха-ха-ха, ребята. Чего они тупо идут вперед? Ничто не страшно уже. Ну практически ничего. Не страшно, конечно. Уничтожаем все это дело. Все, всех делит. Делить их отсюда. Всех без исключения.
хотя кто еще делит кого? Йон гипертуннель и мамонтов в них. Сейчас, наверное, свинью подложим. Опачки, раз мамонт. Опачки, два мамонта. Где там третий? А, все пятеро уже прибыли. Все, едем, давим нахрен всех. Всех имеем в рот. И выносим все казармы эти, чтобы они больше не клепали своих чертовых пехотинцев. Сколько у нас там полегло, ребят? А, 3-3 осталось всего лишь. Всего 3-3. Аннигиляторы там работают по пехоте. Конечно, они хреновые против пехоты. Они против техники и построек скорее, но... Даже если эти ребята выживут, они не отстроят себе базу снова. Они вряд ли выживут. Так, защитное поле. Существенное значение защиты. Ага. Так, а где-то я помню. Не помню, такая хреновина была у какой-то... У скринов. Была такая хренота, что... Ставится защитное поле. И это поле, оно... Защищает технику, но уничтожает пехоту. Я помню такое, но... Блин. Что-то такого нет. Короче, все, выносим, ребята. Все, выносим и возвращаемся. Так какой нахрен? Возвращаемся. 40 секунд ждем и уничтожаем генератор нахрен. Да, соберем все свои силы. И будем шатать им мозги. Вот и щиты уже сразу остановились. Ну как сразу. Не совсем сразу, но остановились. Вот так. И делаем вот таким макаром. Есть. Не атакуют, к сожалению. Самостоятельно. Им надо указывать на эти здания. Мать их. Ты вот это, ты вот это. Ты это. Ты так. А ты пофапаешь. Постоишь. Какой генератор? А, искажение. Кстати, почему мне мамку нельзя вызвать? Все, база нота, она больше не представляет опасности. Ладно, попробуем восстановить. Если успеем еще. Так. Вы, ребята, возвращаетесь на базу все. Что у нас еще тут есть? Они выжили? Ну ни хрена себе. Это ПВО, не волна. Так, все втроем, живо мне транспортники вызывайте. А что с этими джаггернаутами делать, я не знаю. Все спокойно, ребята. Вот тут высаживайте. Буревестники. Сюда на патруль. Вы, ребята. Подвигайтесь вот сюда. Кто там атакует? Ипать! Обнаружен противник. Ядрили сколько их там? Живо, поднимайтесь. Живо, 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 живо. Всего аннигиляторов. Ага, у них тут тоже аннигилятор есть. Ладненько. Тогда мы сделаем ремодуль. И вот сюда его перебросим. И делаем гипертуннели. Ожидаю. Все внутрь. Да и ты тоже.
Собирайся. Ремонт не требует ремонтный модуль. Давайте внутрь. Все. Живо. Так, все 10 тут. Ремодуль где? Ремодуль тут. Все охренительно. Так, буревестники домой. Вы все на земля-воздух. Земля-воздух. Вот сюда. Они достают там? Нет, не достают, походу. Ты хрен ли тут делаешь? Дятловец. Так, все-таки этому буревестника я лишился. Дух. Подготовка. С другой стороны. Ястребы, шлепнись кого-то сюда. Все, лыжи. Разберемся. Шлепнись. Живо. Молодцы, хорошо бухнуло. Охренительно. Все выжили. Молодцы. Так, теперь работаем. Генератор искажения. Второй генератор уничтожен. Открывается гипертуннель. Вот он, сука. Пришельцев лишена защиты. Гипертуннель, сраный. Разрушители направляются к нашей базе. Откуда, мать вашу? Только с одной точки. Обнаружена база. Ладно. Уничтожать. Ионные бури все уничтожить. А, тут одна ионная буря была. Ладно. Так. Ястребы. Воздух. Всех уничтожить. Вышку уничтожу ионным орудием. А, буревестники тоже, кстати. Тоже все сюда. На базу напали. Да ну вы серьезно? Ребят, вам не справиться. Ну а тут 3-3. Защита над ионными вышками. Вы что, уничтожили ее? Сволочи. Я хотел ионным орудием их уничтожить. Это буревестники смогли. Ладно. Вышку уничтожили. Это сделали. Все три сделали. Все охренительно. Твою мать. Это не конец еще. Послушаем, что нам скажут. Фак. Отличная работа. Как мы и надеялись, вы показали пример остальным нашим отрядам. Ударные группы валят эти чертовы вышки по всему миру. Генерал, поступили данные, что у пришельцев осталась только одна вышка. Вот тут, в Средиземноморье, бывшем. И еще, цела она только потому, что там нос. Их там целая армия, и они защищают вышку. Кто ими управляет и зачем им это нужно, у нас нет ни малейшего представления. Дьявол разберет, что там у них на уме, впрочем, не важно. Мы еще не закончили наши дела в Италии. Здесь у пришельцев что-то вроде центра управления. Там, где был впервые обнаружен Тиберий. На совпадение не похоже. Доктор Ибрагим считает, что этот центр управляет распределением энергии Тиберия. Без Тиберия техника чужих остановится. Уничтожьте этот центр. Фак. Не последняя все-таки миссия была. Привет! Послушайте, у меня есть для вас кое-что. Ну-ка. Генерал Грейнджер скрывает от вас крайне важные сведения. Сведения, которые могут спасти вам жизнь. Под моим руководством, из материалов, конфискованных у НОТ, команда инженеров создала экземпляр тибериевой бомбы. И теперь она в вашем полном распоряжении. Ты серьезно? Грейнджер?
скорее послал бы вас на верную смерть, чем позволил ее использовать. А все потому, что он видит во мне соперника. Если мой план сработает, он окажется неудел. Общественность отвернется от него. А вас будут чествовать как героя, если вы выиграете эту войну. Послушайте, дело не во мне и не в Грейнджере. Дело в вас. Это ваш шанс. Оставьте след в истории человечества. Ладно, ребята. Штурмовать эпицентр будем в следующей серии. И я надеюсь, что она будет последней серией за компанию ГСБ. Всем спасибо, ребята. Всем пока и всем-всем удачи.